Всем привет, с вами я, Жура, и это мое новое видео по Chicken Gun. И в этом видео мы опять поговорим про секреты в Chicken Gun. Потому что я нашел парочку интересных вещей, которые я вам обязательно сегодня покажу. Но перед началом обязательно ставь лайк и подписывайся на этот канал. Потому что нам совсем немного осталось до 30 тысяч. Поэтому прошу тебя нажать на красную кнопку подписаться. Надеюсь, ты это сделал, ну а мы приступаем к видео. Первый секрет заключается в том, что, оказывается, в Chicken Gun есть второй телефон, такой же, как и начало House Z. Чтобы вам найти его, вам нужно создать карту Town 3 Full и подъехать к супермаркету. Вот мы и приехали, вроде бы обычный супермаркет. Но, чтобы найти этот телефон, нам нужно обратить внимание на вот эту часть. Если нам повернуться и посмотреть внимательно, то мы можем найти этот телефон. И да, если что, про телефон я узнал вот отсюда. Но, к сожалению, с этим телефоном взаимодействовать нельзя. Нажимая на него «стреляй», он все равно не включится. Сначала я думал, что это была пасхалка на режим зомби. Но потом мне стало интересно, а есть ли это телефон в старых версиях? Например, версия 2.3.0, в которой еще не было Elite Squad'а. Вот я подъезжаю к супермаркету, и, как вы видите, этот телефон все равно тут есть. А ведь уже кто-то успел подумать, что это какой-то миф. Шок, я призвал Снегурочку в Chicken Gun. Что ж, первый миф, ну или секрет, разрушен. Мы идем дальше. Следующий секрет будет связан с сюжетом. Да, в Chicken Gun присутствует свой сюжет. И, возможно, он будет продолжаться. Ну а если ты хочешь вместе со мной разобрать сюжет в Chicken Gun, то переходи по вот этой подсказке. Смотри это видео, разгадывай сюжет вместе со мной. Ну а мы идем дальше. А, ну да, куда же без сиреноголового? Ведь он тоже является секретом. И было бы странно не показать его в этом видео. Но, кстати, есть одно но. Не знаю почему, но в последнее время у меня не получается призвать сиреноголового. И, походу, его убрали из игры. Поэтому, пожалуй, именно сейчас мы пойдем и проверим это. Это было непросто, но у меня это получилось. И надеюсь, все эти старания не зря. Что ж, вот я прибежал, бежал я примерно 2 минуты, ну сейчас мы проверим, есть ли сиреноголовый или нет. Так, специально делаю громкость получше, чтобы было слышно. Заходим в будку, и сирены нету. А, ко мне еще и зомби пришел. Ну круто, он меня сейчас убьет. А, нет, не убил. А, стоп, что? Куда он делся? Что за фигня? Ладно, неважно, сиреноголовый не призывается, значит он исчез. Разработчик его убрал. Блин, ну это очень обидно. Столько экспериментов, и все напора. Стоп. Что? Сиреноголовый живой? Что за... Ладно, наверное... А вот он! Офигеть! Офигеть, ничего себе! Я думал, разработчик его уже убрал из игры, но нет, вот он! Ладно, давай хотя бы для превью пойдешь. Надеюсь, он меня не убьет. Нет, да блин. Ладно, но самое главное то, что сиреноголовый все равно есть в игре, и его можно призвать. Но я все равно не могу понять, как это сделать. Надо, чтобы все люди зашли, или надо, чтобы вообще зомби зашел. Что ж, вот видео и подошло к концу. В нем я вам показал парочку секретов, которые мне удалось найти в Chicken Gun. Очень надеюсь, что разработчик будет добавлять все больше и больше секретов, которые мы будем вместе с тобой разгадывать. Ну а с вами был я, Жур24К. Всем удачи и всем пока.